мальчики, девочки, дамы и господа, наша парфюмерная дружина. Спонсор сегодняшнего ролика — магазин Рандеву, и в честь нашего сотрудничества с ним публикую в описании свой именной промокод на 10%, который будет плюсоваться со всеми акциями и скидками, которые уже проходят на Рандеву. Также напоминаю, что проходит новогодняя распродажа на Рандеву сейчас, и вы можете также, помимо всего прочего, порадовать ваших близких фирменным продуктом от Рандеву аромабоксами. Там по 8 ароматов разных, на всевозможные тематики. Самый лучший способ ознакомиться с ароматами — сделать приятное близким людям. Проходим сначала по ссылочке в описании, дальше куда угодно, набираем товары в корзину, применяем мой промокод, который также в описании, и вуаля, приятнейших вам приобретений. Итак, наконец-то анонсированный мной давно конкурс новогодний, розыгрыш призов. Я подумал, что нужно ребятам что-то приятное сделать. Я подумал, мы с Рандеву решили совместно провести конкурс. Я себе написал шпаргалку, чтобы что-нибудь не пошло не так опять. Соответственно, буду на нее ориентироваться. И она в виде текста будет под роликом расположена. Но чуть позже премьеры. Может быть, во время премьеры я ее опубликую, чтобы сохранять интригу, собственно говоря. Итак, конкурс совместно с Рандеву новогодний. Призовой фонд — это бонусные баллы, собственно, чтобы вы выбрали то, что вам по душе, то, что вы хотите. Я не сторонник разыгрывать какие-то ароматы, тем более бэушные, тем более тестеры. На те боже, что нам не гоже, это все, ну, как-то неинтересно. Лучше вы сами выберите, что вам так. И кот Гагарин, конечно же, уселся между мной и планшетом шпаргальным. Скажи привет, ребята. Гагусь. Скажи, иди ты, папа, лучше бы накормил. Так вот. Призовой фонд — это три, собственно, призовых места. И за первое место победитель, собственно, получит 7000 бонусных баллов в Рандеву, где 1 балл равняется 1 рублю. Второе место получит 4000 бонусных баллов. И третье место получит 2000 бонусных баллов на баланс магазина Рандеву. Вы можете за эти деньги что-то себе заказать, а можете доплатить своих. И это просто будет как, ну, скидка, скажем, да, вам на покупку. Что тут еще? Вы должны, условия конкурса, быть подписаны на канал, YouTube-канал Рандеву, ссылочка вот будет в описании. Также вы должны быть подписаны на телеграм-канал Рандеву, то есть на YouTube-канал и на телеграм-каналы Рандеву. Тоже ссылочки в описании. И теперь, наконец-то, условия конкурса. Ваша задача — сделать фото вашего любимого аромата в новогоднем антураже. Красивенькое какое-нибудь фото. Покуда фильтры сейчас везде у нас, ну, вот эти фотофильтры, то применение фильтров, оно не возбраняется, можете применять, но коллажирование не допускается. То есть вырезать флакончик и поместить его на красивый фон из елочек. Нет. Вы должны сами придумать, что для вас новогодний антураж. Да, какая-нибудь веточка, елочная игрушка. Ну, что-нибудь праздничное такое, понимаете? Какая-нибудь горка конфет, может быть, интересно выглядеть. Если это будет красиво, то пожалуйста. Поэтому фильтры можно применять. А Гагарин, пожалуйста, очень тебя прошу. И из интернета, конечно же, чужие фотки брать тоже нельзя. Конкурс начнется сегодня, то есть 22 декабря, после 19.00 по Москве, после выхода ролика. Вот ролик выходит в 19.00 по Москве, ну и, соответственно, как вы его посмотрите, так и оно. Так конкурс считаем стартовавшим, и будет он длиться ровно двое суток. То есть по 19.00 по Москве, 24 декабря, двое суток у вас, чтобы запостить фотку. Куда постить фотки? Фотки постить в нашу парфюмерную дружину, а именно в телеграм-группу Пашка Пашко. Ссылочку также оставлю в условиях конкурса или в первом закрепленном комментарии вы ее найдете. Вот в группу Пашка Пашко. Ни в скидке, ни в антифейке, ни... Сейчас, подождите, с Гагариным разберусь. Не получается, не уходит он никуда, этот кот, и ждет еды. Так вот. Двое суток, чтобы разместить свой вариант фото в нашей парф-дружине. Но к фото обязательно нужно добавить хэштег «Пашкофото2023». Все в текстовом описании конкурса вы найдете, какой именно хэштег, его копируете и к вашему фото прикрепляете. Потому что без хэштегов не учитывается участие ваше, не учитывается ваше фото.
Так вот, до 24 декабря, значит, с хэштегом вы публикуете ваш вариант. И начиная с 19.00 по Москве 24 декабря и по 19.00 25 декабря, то есть в течение суток, мы с жюри выбираем трех победителей. Жюри состоит из меня, собственно, и из команды «Рандеву». Я не буду озвучивать, кто именно, неважно. Я не один, главное, буду. Мы, каждый наберет своих, ну, там, пятерку победителей, скажем. Дальше мы будем уже смотреть, как они бьются. Если совпадут какие-то места по первому, значит, первое место. Ну, и так далее. Короче, все это будет дискуссионно. Прения будут, споры, возможно, и так далее. И если у нас возникнут разногласия, кому же отдать первое, второе или третье место, то оставляю за собой право продлить немножко голосование, то есть не до 25 декабря, а, допустим, до 26. До Нового года, в конце концов, успеваем. Вот. И, возможно, мы привлечем подписчиков группы «Пашка Пашко», чтобы определить, наконец-то, победителя. По вашим голосам мы на голосование выставим некое количество участников, если что, и вы поможете выбрать самых-самых-самых. Эти три места. Вот. Ну, для получения приза в качестве бонусных баллов вы, конечно же, должны быть зарегистрированы в магазине randevu.ru, потому что именно туда в личный кабинет они будут начисляться, по вашему имейлу. То есть, кто победитель, мне в личку постите ваш имейл, который привязан к вашему личному кабинету на сайте «Рандеву», и туда вам в течение пары суток перечислят ваши законные, выигранные, которые, ну, если вы выиграете, конечно, бонусные баллы. Таким образом, это все и будет происходить. Если вдруг что-то я забыл, то в тексте это будет присутствовать. Прошу внимательно читать описание конкурса и добро пожаловать в группу «Пашка Пашко» для нашей вот этой движухи двухсуточной. Чем скорее вы подпишетесь, зайдете туда, тем больше вы увидите, потому что для новых участников история переписки скрыта. То есть вы как зашли, так чистый лист. Вы не увидите то, что раньше было. Но в любом случае победителей, конечно, мы сделаем скриншоты. Вот, и более 1000 человек дружина соврать не даст, что вот они были запущены, вот они победители, собственно говоря. Кого выберем, того и запостим. Такие дела. Всем желаю интересной, опять же, движухи на тему конкурса и вообще предновогодней такой приятной суеты. Всегда с вами, ваш Пашко. И до новых скорых встреч. Да, Гагуся? А, Гагарин? Скажи, пока не накормишь, ничего не скажу. В общем, Гагуся тоже вам привет передает еще раз. И до новых скорых встреч. Пока. Супер. Хай. Hey, 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 hey.